Всем привет, с вами как всегда Бучик, и продолжаем проходить наш любимый Стоунблок 2, и вы, наверное, думаете, что я тут забыл, что я тут забыл в этом энде. Да, я просто приготовился убивать дракона Хаоса, я на самом деле полностью улучшил наш драконевый сет и еще сделал. Драконевый лук тоже его улучшил, и драконевый посох зачаровал, тоже же его улучшил. Ну что ж, давайте теперь начнем вызывать нашего дракона Хаоса. Его нужно вызвать вот в этом же квадрате. Мы просто кидаем уже яйцо дракона и отбегаем в сторону. И таким образом у нас спавнится дракон Хаоса. Да, вот такие вот звуки, вот такой вот. Такое яичко зелененькое. В принципе, прикольно. Да, я с этим согласен. И нам нужно теперь какое-то место, что ли, сделать, чтобы от него спрятаться. О, да. Наконец-то сейчас курица появится. Проверяйте. Смотрите. Оно практически вылупается. Ну... Оу, да. Блин, эндермена загрел. Еще одного. Куда он побежал? Что за луч ты используешь? Тихо, мне не надо попадать под этот луч. Все, теперь, по идее, мы можем идти бить. Прости, пожалуйста, я к тебе не лезу. Я к тебе, правда, больше не буду лезть. А все, мы его можем, по идее, бить, да? Да, надо сломать его щит, во-первых. Ломаем щит и начинаем бить с кирки. Курица вообще оказалась очень легкой. Мы изучаем наши осколки хаоса. И здесь уже... 40 триллионов. Прикольно. Так, скидываем это все сюда. Это нам вообще ничего больше не понадобится. И теперь я бы хотел бы приступить к изучению. Скорее всего, сделать себе планшет. Почему бы и нет? Да. Что нам нужно на планшет, кстати? Вот он уже есть. Вот все уже поставил. Что нам нужно будет? Это планшет трансмутации. В принципе, конденсаторы есть. Это есть. Это все есть. Единственное, что нам нужно сделать, это полиэтиленовые листы и слитки бесконечности. Потому что у нас их нету, к сожалению. В принципе, слитки нейтрония это у нас есть, но у нас нету, получается, катализаторов бесконечности так много. Угу. То есть давайте сейчас покажу, сделаю это и приступим к механизмам тогда. Так, где-то здесь слитки нейтрония нужно найти. Вот слитки нейтрония, потом сюда, слитки матрикса и еще что-то, да? Слиток бесконечности. А, да, катализаторы. Окей, берем одну штучку, вот я о чем и говорю. А, 11 взяли. Слиток. По-моему, мне как раз ровно и на один слиток хватает. Если я не ошибаюсь. Да, ровно хватило на один слиток, отлично. Ну все, слиток мы сделали себе, выкидываем его, пусть этот все валяется дальше. Копится энергия, а мы пока тогда приступим к моду механизм. Значит, и сейчас я сделаю на паузе все ресурсы, что нам понадобится, и вернусь. Все приготовил, нам понадобится роторный сгуститель, камера реакции под давлением две штуки, раковина, дробитель, электролитический сепаратор, картошка, ну или что-нибудь такое похожее, флаксовая точка, газ-кондуит, энергетическая труба края, жидкостная труба и предметная труба. Начнем вообще сначала, мы сначала поставим дробитель и раковину. Раковину ставим примерно здесь. Факел сносим и ставим где-то вот здесь, чтобы он нам не мешал. Это так лишнее. Ставим здесь дробитель. Ставим здесь точку. Точку назначаем. Выход. Отлично. Теперь протянем немножко энергетических труб, чтобы они это дело питали. Так, столько хватит. Здесь мы изменяем только извлечение. Всегда активен. Здесь только вход. Отлично. Теперь мы берем... жидкостные трубы и берем все остальные нужные нам механизмы. Ставим сначала камеру реакции под давлением. Протягиваем к ней жидкостную трубу. Из раковины делаем только извлечение, всегда активен. Здесь ставим только вставить вход. Отлично, вода сюда поступает, это хорошо. Теперь нам нужно поставить электролитический сепаратор. Ставим его примерно здесь сверху. В него должна поступать вода и да, он шумит. Ах. Так, нужно сделать дырку, чтобы здесь сломать это. Так,
настраиваем в нем, получается, в жидкость трубы только всход, и все. Он громко шумит, поэтому нужно чуть сделать потише вообще бы звуки. Так, музыка и звуки, и это блоки, наверное. Да, блоки потише, отлично. Теперь мы берем газовую трубу, с левой стороны делаем выход и направляем ее в КРПД. Отлично. Настраиваем только выход, всегда активен. Здесь только вход. Берем предметные трубы и делаем, получается, выход у дробителя с этой стороны. И здесь назначаем вставка. И здесь дробитель всегда активен. Теперь, по идее, в настройках сторон предметы с левой стороны указываем вход темно-красный. И если мы сюда засунем картошку, и картошка будет переделываться, биотопливо. Да, 4 биотоплива с одной картошки. Но она не попадает туда, значит здесь нужно настроить выход с правой стороны. Странно. А вот, биотопливо попало, хорошо. Как мы видим, то из нашего электролитического сепарата в КРПД поступает водород. В связи с водой он биотопливом преобразует субстрат. Теперь нам нужно поставить справа от КРПД газовую трубу, роторный сгуститель, жидкую трубу и камеру реакции под давлением. Снова КРПД. Теперь настраиваем. Заходим в КРПД, делаем с правой стороны выход под газы. Он стоит по умолчанию. Здесь настраиваем, получается, извлечение. Всегда активен. Здесь вход. Сюда, по идее, должен поступать этилен. Он здесь преобразуется в жидкий этилен. Отсюда он забирается в КРПД. И здесь он должен смешиваться с чем-то. Но почему-то он не хочет забираться. Извлечение всегда активен, да. Ага, в КРПД нужно настроить жидкости, чтобы с левой стороны был вход. Все, жидкий этилен поступает, это хорошо. Этот проводок лишний, мы его можем убрать. Теперь с электролитического сепаратора с правой стороны выводим трубу, и чтобы она поступала, получается, вот в наш КРПД. Здесь ставим только вход, а отсюда извлечение. Всегда активен, отлично. Теперь, по идее, сюда поступает еще и... А, настройки, газы и с задней стороны вот здесь. Делаем вход темно-красный. Сюда поступает кислород, отлично. Теперь, что нам, получается, нужно еще? Нам нужно вывести вот из этого КРПД субстрат. Подходим с задней стороны, делаем выход по зеленому, по коричневому точнее, и проводим его вперед. Переходим сюда. Здесь выбираем предметы, вставка и коричневый канал. КРПД нужно указать в настройках с задней стороны предметы, чтобы был выход. Это темно-синий. Может быть, здесь он не настроен? Да, тут я его тоже забыл настроить. Предметы с задней стороны, темно-красный вход. Все, отлично. То есть, по идее, вот здесь вот можно сломать предметную трубу. Но, где она? Вот, предметная труба. Отлично, мы ее сломали. И все, да, отлично. Субстрат сюда поступает, и полиэтилен уже готов. Отличненько. Теперь мы, получается, изучаем наш полиэтилен. Берем стак, все трубы можем скинуть, они нам не понадобятся. Да, кстати, вот только столько уже энергии здесь появилось. Так. Уходим вниз, делаем полиэтилен. Так, не то взял, полиэтиленовый лист, отлично. Тоже берем его, изучаем. Отлично, теперь осталось подготовить ресурсы только уже к столу, к планшету, трансмутации. Так, ну а пока там копится энергия, я хотел бы сделать хаотичное ядро. В принципе-то вот так вот оно делается, очень легко. Нажимаем старт, и теперь осталось чуть подождать, пока оно зарядится. Оу, да, хаотичное ядро готово, давайте его изучим. Отлично, теперь нам нужно сделать два вот таких хаотичных инжектора обработки сплав. То есть нам нужно еще одно такое взять. 4 алмазика и 2 яйца. На самом деле не 4 алмазика, а 8. Да ладно, теперь что мы делаем? Мы забираем все вот эти пробужденные слитки, ядра, скидываем их. Так, суем сюда 2 яйца и 2 алмаза. Сюда тоже 2 алмаза и хаотичное ядро. И теперь забираем драконевый инжектор. Вот этот и вот этот. Отлично. И ускоряем процесс. И второе также делаем. Отлично. Хаотичный инжектор готов. Теперь нам, получается, нужно будет один поставить где-то здесь, а второй где-то здесь. Так и так. Все, хаотичный инжектор готовы. Ну и вот, наконец-то. Стоп. А, вот, слиток. Отлично, мы его сделали. И теперь осталось сделать только планшет трансмутации. Оу, да. Мы его тоже сделали.
Так, отлично, выучили все. Теперь давайте сделаем еще и том знаний, почему бы и нет. Что нам там, кстати, нужно, я забыл уже. Нет, не здесь, Project E. Это энциклопедия, MC-энциклопедия. Ага, хаотичное ядро и жемчужина. По-моему, жемчужина у нас есть, и хаотичное ядро тоже есть, потому что я его делал. Хаотичное готово, и Так, теперь мы всуем наши хаотичные инжекторы и стол. Так, ну я стал чуть подождать, пока это все преобразуется. А, уже создание пошло? Чего себе так быстро? Том знаний, энциклопедия изучена. О, да, просто все сразу же. Осталось, в общем-то, мне получается подождать, пока это все... Нет, не пока это все, а пока у меня накопится достаточно энергии, чтобы по-читерски выполнить квесты. Ну, все. А на этом всем большое спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Бучик. Я знаю, что вы поставите лайк, и вообще большое спасибо вам, что вы есть у меня. У вас уже практически 3000. Ну а на этом всем удачи, всем пока.